3, 2, 1. Аэрокосмическое агентство НАСА заключило контракты с тремя частными компаниями на доставку грузов на МКС. Их миссия продлится до 2024 года. Это компании Orbital ATK из Вирджинии, Sierra Nevada из штата Невада и SpaceX из Калифорнии. Согласно контрактам, каждая компания гарантирует выполнение минимум 6 полетов. Компания Orbital ATK производит грузовые космические корабли Cygnus. SpaceX строит корабли Dragon. Обе компании уже доставляли грузы на орбитальную станцию. Корпорация Sierra Nevada занимается разработкой многоразового корабля Dream Chaser. В космос его будет выводить ракета-носитель, а садиться корабль будет горизонтально, как самолет. Все три компании имеют возможность доставлять герметичные и негерметичные грузы. Однако Sierra Nevada может доставить груз и обратно домой. Корабль Dream Chaser способен перевозить не только груз, но и людей. Он может доставить на МКС экипаж, состоящий из 7 человек. Стоимость контрактов не разглашается, однако ранее агентство НАСА заявляло, что будет тратить на выполнение программы до $1.5 миллиарда ежегодно. Test will allow Sierra Nevada Corporation teams to continue to